Ташкенте уже успешно работает Национальный детский медицинский центр, построенный на основе последних достижений современной науки. В данное время здесь внедряется инновационное направление – проект телемедицины. Один из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире. Он реализуется в сотрудничестве с корейскими специалистами. Поздравляю детей Узбекистана и их родителей, медицинских работников с созданием еще одного удобства – центра телемедицины. Следует отметить, что реализованные нами проекты приносят свои плоды. С первых дней пандемии коронавируса Республика Корея и Узбекистан объединили усилия в борьбе с этим заболеванием и в результате достигли лучших результатов в данном процессе. Думаю, что это медицинское учреждение, которое является плодом наших совместных усилий, станет одним из ведущих в Центральной Азии. Дистанционные медицинские осмотры и консультации, разработка эффективных методов лечения, подготовка специалистов в данной области. Проект телемедицины, который включает эти компоненты, разработан в сотрудничестве с Пусанским университетом Республики Корея и будет реализован в качестве пилотного в Самаркандском и Анджанском медицинских институтах и детских многопрофильных медицинских центрах. Таким образом, маленькие жители отдаленных районов смогут получать необходимую помощь при различного рода заболеваниях. В Национальном детском медицинском центре устанавливается сейчас полностью электронная система ведения медицинских записей, которая позволит значительно сократить бумажную часть, практически полностью избавиться от ведения истории болезней и других записей в бумажном виде. Но также вот сегодняшнее мероприятие наше, которое посвящено телемедицине, говорит о том, что цифровизация нашей больницы будет более полной. Мы сможем не только избавиться от бумаг, но также преодолевать расстояние, связывать специалистов и врачей из разных стран, разных регионов Узбекистана вместе. Специализация центра на предоставление высокотехнологичных услуг представляет большой интерес для профильных медицинских учреждений и вузов. Для тех и других будут проводиться прямые трансляции. В этот же день в центре была проведена первая операция. В последующем в нашем центре будут проводиться более 1500 уникальных и высокотехнологичных оперативных вмешательств. Кроме этого, более 3000 рутинных оперативных вмешательств. В дальнейшем мы планируем вот с созданием данного центра телемедицины в сотрудничестве с корейскими коллегами и другими коллегами проводить онлайн-оперативные вмешательства. Также на днях специалисты центра совместно с коллегами из клиники Инсань Пусанского национального университета проведут консультации по вопросам лечения пациентов с неврологическими заболеваниями.